Я знаю это произведение с 91-го года, то есть, в общем, уже 30 лет, и оно, конечно, всегда удивляло, и при первой встрече, и продолжает удивлять сейчас. Эта вещь, конечно, совершенно отдельная, как в коллекции Ростовского музея, в ее авангардной части, так и вообще в русском авангарде. Просто отдельно стоящее произведение, в котором автор пытался и успешно решил эту задачу выйти из прагматической системы и показать цвет как таковой, цвет как свет. Задача, которая вот только сейчас, через, не знаю, сколько это уже прошло, через 50 лет была реально разрешена американским художником Джеймсом Тореллом. И тем ценнее вклад этого произведения и нашего художника в мировое искусство. Спроектировать раму для такого произведения, конечно, это отдельная задача, и задача, которая не решается стандартными средствами. И мы вот решили ее таким образом, как вы видите, и мы пошли на то, чтобы отказаться в нашей раме от любого другого цвета, от белого, черного, серого, оставить чистое дерево. Это американский клен, благородное дерево, очень светлое, что тоже важно. И музей решил сохранить обкладку, с которой это произведение живет последние 40 лет. Рама защищена, то есть произведение защищено. Сверху стоит безбликовое стекло триплекс, так что разбить и повредить работу, так как это произошло с Иваном Грозным, невозможно. Бликов нет, что тоже очень важно при экспонировании. В ней происходит естественная вентиляция в этой раме. Мы выполнили все, так сказать, требования реставрационного совета, то есть она укреплена внутри так, что никакого механического соединения с рамой, с подрамником существующей работы там не происходит. Но тонкости, я думаю, что вам не нужны. В общем, вещь защищена, и единственное, что теперь нам остается, это, ну, может быть, какое-то время потребуется на то, чтобы привыкнуть, знаете, к новой одежде. Всегда нужно время привыкнуть. Ну вот, собственно, вся такая история.